Доброе утро. Давай сейчас кончим. Если будем бегать, не вначале, а приедем. Артур уже не хочет бегать. А ведь неправда, когда туман, что холодно. Не холодно. Артур, я честно легла в два. Ты меня так обнимал. Да? Угу, прижимал, ручки гладил. Ну, пробежку, ребят. Мы не переезжать. Не-не-не-не-не. Не переезжать. Мы не едем бегать. Ну, тупо на 5 километров. Я вот переживаю по поводу своего лука. Артур говорит, что нормально. Мне кажется, не спортивно. И в шапке Артура, и в толстовке Артура. У меня ничего своего нет. Я такая сразу же на спортике. На спортике. Это магия! Блин, я S не так написала. Фокус не удался. Я думала, такая умная. Но нет. Знаю, что это за видос. Ты такая депутат какой-то области, типа, записывает ролик. И в конце такой, и мой оператор говорит, не бежишься, хуйня, давай по новой. Но не с тобой. А мы с Артуром не общались 11 дней. Было дело. Да, было дело вчера, например, ну чисто так. Рядом дышишь. Снесло крышу. Вот Артур без камеры поет и тусит, а на камере такой сразу. Советский человек. Советский человек полный. Все для нас. Все для нас. Все для нас. Все для нас. У меня смена образа. Такой на спорт. Мы приехали к Артуру на работу, бросить машину. И сейчас поедем уже на метро, как простые смертные ужинки. Как смерда. Я как удот, да, выгляжу? Не, нормально. Пойдет. Такая. А на самом деле. Вот так вот будет. А что ты свой рукав снимаешь? Я только в конце. А, только в конце. Ну ладно, тогда не считаешь. Мы зашли, купили банан. Патата банана? Свободно забег. Конечно, забег. Определенно. Артур говорит, что это на забег. Think about it. Бой. Ебой. Она, короче, не чурбекская, а турецкая. Там такая атмосфера, там мясо даже взвешивают. Ё-моё, даже мясо взвешивают. Нет. Ну блин, ну ребят, ну если мясо взвешивают. В смысле там не на глаз, а по весам смотрят и долго. И там внутри так цивильно. 300 рублей большая шоу. Thank you. Thank you. Ладно, давай уже распаковывай. Давай в тандеме работать. Ай, давай, давай. Оу, я тач мой тра-ла-ла. Мой динь-динь-дон. Почему ты краснеешь? А чё, кстати, реально меня стесняется. Спросил у Артура, в какой садиться. Мы не туда поехали. Москвичи просто вот так вот. Просто москвичи. Мы так далеки. На допинге. А почему мы только сейчас это пьем? Вообще мы замерзли? Дико уже замерзли. Обалдеть. Артур вообще охеревает от жизни. Давай здоровье. Как у тебя впечатление? Ощущение? Прикольно. У нас порвались пакеты. Артур прыгал, у нас пакеты все порвались. Вот так вот, да, прыгал. Все, мы сходили в туалет и идем. У нас осталось буквально минут 7. И мы идем. Я так очкую, если честно. Я еще кроссовки не перевезла. Стоим, ждем. Три, два, один, побежали! Идите место на забеге на прием!
и не сказать, что мне понравилось. Я встретила на финише уже за 500 метров Артур подошел. Я расплакалась, вообще зажалела себя и метров 200 шла пешком. Вот, ну в итоге добежала, но не сказать, что я просто в восторге от этого. Ну в целом мне понравилось. Конечно, давно я не бегал на результат. В целом прикольно, но тоже такое ощущение, что все такие профики, а ты такой какой-то лузер пришел да. тут посоревноваться. Еще мы бежали в разных кластерах, Артур в Д, а я в Ф. Но я себя вообще отвратно чувствовала, я постоянно за кем-то старалась добежать за кем-то, и у меня жутко натерлись ноги, я не знаю, как я сейчас поеду домой, и они натерлись в очень странном месте. Сейчас я уже нормально установила дыхание, нормально себя чувствую. Когда я пробежала, я еле до лавки дошла, я думала просто, что я вырублюсь. Говорит, что у нас есть байты. Байты. Должно поднять нам настроение. А еще сейчас мы будем переодеваться прямо на лавочке. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, рад? Да. А вот. Значок как тебе? Кстати, значок прикольно, понтовый, да. Рюкзак он. Вау. О. Давай, вкуси же. Арахис, банан, это то, что я люблю. О, оргазм, космический оргазм. Когда Даша попросила красивенькое подснять. Ну подсними меня yeah. красивенько. О, значочек. Знакомься, это значочек. Комментатор от Бога. Воу-воу. Я просто не набегала. Быстроногая лань. Да. Девушка, вы сегодня в забеге участвовали? Да, посмотрите, у меня значок есть. Вау. 5 км бежала. Фига, вы спортивная. Да, я такая. У меня бывает такой наконец. А что ты в организме ничего кроме глаз не чувствуешь? Вот я чувствую, вот они глаза, а все как будто у меня все ватное остальное. Нет. Вот я гляжу и все. Я просто задыхаться начала на финише. Надо уже снять или еще не зашквар снимать? Нет, Артур, это надо до дома идти, чтобы все знали, что ты бегун. Ой, я не хочу, чтобы все знали, что я бегун. А мне кажется, очень хочешь. Ну вот, мы уже доехали до машины, сели в машину, сейчас поедем к моим родителям, там надо вещи им отвезти, но в общем не суть. Опыт, конечно, интересный, но когда я только добежала до финиша, я думала, что больше никогда не повторюсь. Сейчас, когда я уже немного пришла в себя и отдохнула, я могу сказать, что я бы хотела повторить, но только прийти подготовленной, потому что, во-первых, мне осенью было переходить трудно с улиц на беговую дорожку, что сейчас в беговой дорожке, я перешла на улицу, просто можно считать, вот, в одну тренировку. И, конечно, это тяжко было, я была неподготовленной и такое себе. Потому что на беговой дорожке я как бы бегу 8, и мне ок. А тут я 5, еле-еле. Фатальная ошибка, конечно, это была встретить Артура под конец. Я очень себя жалею, могу поныть кому-то. Когда я сама с собой, я как-то более собранная. Я, конечно, не виню Артура, что он пошел на встречу и хотел меня поддержать, но я считаю, что если бы не Артур, то я бы добежала за 30 минут. Мой результат 31.08, что ли, или что-то такое. Короче, я считаю, что 31 минута, если так уж округлить, у Артура 21. То есть я бежала на 10 минут больше, чем Артур. Вот мои результаты, собственно. Застегивай свои штаны. Я уже сняла номерок. Я только с забега, ребят. До дома бежал. Дышался. У тебя сейчас, ну, 5 это была разминка, а сейчас да, ты ударил марафон. Полумарафон. Полумарафон, да. В общем, такие у нас впечатления по поводу этого нашего первого опыта. Мы уже пока ехали, планировали следующий, но это пока так абстрактно, это надо к нему готовиться, к десятке. И на этом влог заканчивается. Надеюсь, он вам понравился. Вы разделили с нами наш первый опыт. Ты где там в тени стоишь? Класс! Бегайте все! Спорт — это жизнь. Спорт is life. Подписывайтесь на Дашин канал, ставьте ей пальцы вверх, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Никаких дизлайков, больше комментариев. Все и комментарии телеграм-канал, читаются. А также не забываем про телеграм-канал, инстаграм. Вот. Все, я такой растрепыш, ужас. Все, всем пока. Пс.
посмотреть на человека, который уже просрал свой номерок. Ой, значок. Ну не расстраивайся, малыш, будешь мой носить. Дед факт, ну не в этом. Ну как ты его потерял? Я не понимаю, как я вообще вещи не теряю. Как я его потерял, блин? Что твоя награда? Ну как я его? Я просто даже не понимаю, где я его потерял. Обожаю.